В Эрмитаже замечательная коллекция живописи Поля Гогена. Большинство этих картин было написано тогда, когда он жил на островах Тихого океана. Свое детство Гоген провел в Перу у родственников его матери. Когда он вернулся во Францию, тяга к экзотическим странам, ностальгия по этим странам у него сохранилась. Он плавал по миру в качестве матроса на торговых судах. Он проходил свою военную службу тоже во флоте. Он увидел многие экзотические страны. Когда он стал взрослым и вернулся в Париж, у него не было никакой профессии. Друзья матери позаботились о нем. Он начал служить в банке и на бирже, но в душе он был художником. Он писал картины, как это делали многие наивные художники, не прошедшие никакой школы. Он даже начал выставлять свои картины. Его картины даже попали на последнюю выставку импрессионистов. Но нужно сказать, что импрессионистом он никогда не стал, хотя он восхищался этим искусством. Он называл себя художником-импрессионистом, но потом сам объяснял, что это потому, что художник-импрессионист остается всегда отверженным и всегда влачит свою цепь перед лицом общества. Действительно, Гоген был отверженным так же, как импрессионисты, но манера его живописи была совершенно отлична от их манеры. Гоген уехал из Парижа, который, как он говорил, был пустыней для бедняка, в котором он нищетствовал, в Бретань, во французскую провинцию. И нужно сказать, что провинцию достаточно экзотическую. Там масса памятников первобытной архитектуры, там на перекрестках дорог стоят скульптурные кресты. И именно там, в Британии, он выработал ту манеру живописи, в которой потом писал свои картины на далеких Тихоокеанских островах. Гоген говорил: «Жуткая тяга к неведомому влечет меня ко всяким безумствам». Франция была слишком прозаической для него, и он отправился на Таити. Гоген считал, что импрессионистическая манера строгого следования натуре неверна. Он говорил: не надо слишком много писать с натуры. Живопись – это абстракция. И он писал свои яркие картины, в которых всегда содержалась загадка, потому что в это время в Европе господствовало направление символизма в литературе, в философии, и картины Гогена действительно были таинственными. Thank you.
1891 году Поль Гоген впервые приехал в Полинезию, на остров Таити. Там он создал одно из самых значительных своих произведений – картину «Женщина, держащая плод». В образе туземной Евы художник изобразил свою таитянскую возлюбленную Техуру. Плод манго, который она держит в руках, вероятно, имеет символический смысл. Гранаты яблока – элементы языка живописи старых мастеров. Что означал плод манго для Гогена? Может быть, он заменил яблоко в руках таитянской Евы? Название на канакском языке «Эуаэре-Иаоэ» – «Куда ты идешь?» заставляет воспринимать картину как размышление о смысле человеческого существования. В конце XIX века, в эпоху постимпрессионизма, язык символов вернулся в искусство. Возможно, что фигура на заднем плане – это не просто мать с ребенком, но таитянская Мадонна с младенцем. В картинах, написанных Гогеном на островах Тихого океана, христианские символы и образы часто переплетаются с языческими. В глубине картины цвет смягчается. Вместо красного появляется розовый, контуры размываются. Там как будто идет обычная жизнь. Женщины сидят около хижины, похожей на ту, в которой жил Гоген. Все детали картины – голубое небо, ветви и четко вырезанные листья дерева – плоскими пятнами складываются в общую декоративную ткань. Молодой критик Орье увидел в Гогене гениального декоратора. «Стены, стены, дайте ему стены!» – призывал он. Но декоративному дару художника никогда не было суждено осуществиться. Единственными стенами остались для него стены бамбуковой хижины, которые не приспособлены для живописи. –